Наша постоянная рубрика «Завтрак чемпионов», она стала уже у нас основной на арене. И сегодня у нас название этой рубрики полностью оправдывается. Сегодня у нас сразу два чемпиона. Чемпиона мира, причем чемпиона мира по карате. В Караганде впервые в истории прошел чемпионат мира по этому виду спорта. И сегодня у нас в гостях наши соотечественники, земляки, карагандинцы и победители этого турнира. Это Алексей Рясков и Александр Сдвижков. Караганда приняла такой крупный, можно сказать, форум спортивный. Приехало больше сотни спортсменов, причем не абы кабы, да, а лучшие представители своих стран. Для тебя лично, помимо того, что вот этот кубок ты к нам сегодня принес, как он прошел, что, как вот все это изнутри смотрелось для тебя лично, как для спортсмена? Ну, турнир прошел на высшем уровне. Вот организация была такая одна из лучших. Вот было видно то, что настоящий профессионализм показан на этих турнирах, на этом турнире. Вот я прям чувствовал болельщиков, поддержку, когда бился. Вот, судьи были тоже, в принципе, они хорошо судили, объективно. В принципе, мне турнир понравился. Вот, бои были тоже одни из тяжелых. Вот. Ты знаешь, в карате все-таки законодатели моды, это, конечно же, его родоначальники, это японцы, представители этой страны. На твоем этом карагандинском пути чемпионата мира японец попадался в соперники? Да, он у меня был сразу в первом бою. Сразу? Да, меня сразу так поставили. То есть у тебя был, в принципе, такая большая вероятность того, что ты с первого раунда мог вообще, да, выйти с этого турнира? Да. И как прошел бой этот? Ну, понятно, что победил. Угу. Настолько ли уровень японцев, как говорят, отличается от всех остальных? Ну, японцы, конечно, хорошие бойцы, вот они там молодцы, крепкие, вот ихняя база построена годами, вот они по этой базе всегда тренируются и готовятся и побеждают. Вот, сейчас мы, наша казахстанская сборная разрабатывает свою стратегию боя, вот, и мы работаем именно этой стратегией и побеждаем японцев. А что это за стратегия в двух словах, если? Это, как говорит наш президент нашей организации Шихан Таджимурат Толбаевич, это наше казахстанское карате. Ну, вот, как он фишка говорит. Такая. Да. Вот. И мы готовимся постоянно так, что взрослая сборная по мужчинам, что наша юниорская сборная. Вот, и мы побеждаем японцев. Скажи, пожалуйста, я вот когда готовился к этому интервью, я посмотрел, естественно, такой хайлайт с этого чемпионата, и там такие эмоции были, особенно у девчонок. Особенно вот когда битвы против японцев, я не случайно об этом заговорил. Вот лично у тебя финал с кем был и как он закончился? Я, естественно, не про результат, а про эмоциональную его составляющую. У меня был бой с россиянином из Барнаула, Мигунов Георгий. Встречался с ним ранее? Да, я с ним когда-то давно встречался, где-то года 4 Побежал? Назад. Да, я его победил тогда. Вот. Мы встретились. У меня перед этим, получается, был у меня за весь турнир 3 боя. Вот и все они были жесткие, тяжелые. Вот к финалу я старался более-менее расслабиться, чтобы выйти более свежим. Вот. Потому что боец российский... А как удается тебе расслабиться? Я знаю, потому что вот весь чемпионат мира он за один день прошел. То есть у тебя за один день 4 боя было, правильно? Три боя. И как ты еще в этом таком бешеном ритме успел еще найти время для того, чтобы расслабиться? И как, самое главное? Вот наш тренер нас так готовит. Он всегда говорит... Вот у вас максимум сколько может быть боев, это примерно около 5 боев. За день? Да, за день. Ну так, если прям совсем так много бойцов. Вот. И время боя 2 минуты, вот, без дополнительного времени. Вот он говорит, как бы, все это время вы должны расслабиться до своих боев. Вот. Вы должны отдыхать, лежать, разминаться только за где-то за 3-4 боя до своего боя. Вот, и выступать. Вот он говорит, там, турнир может длиться где-то там, часов там, 5, например, 6. Вот если вы будете все 6 часов бегать, прыгать, разогреваться, то вы просто перегорите и проиграете. Вот, если вы будете расслабляться в моменты, когда нету боев, вот, то вы будете намного лучше выступать. Ну да, все логично, в принципе. И вот мне интересно еще такой вопрос. А утром, когда ты, так сказать, собирался на этот турнир, ты знал, что домой вернешься этим кубком? Тут сразу подчеркну, что понятно, что любой человек своей целью ставит самый высокий результат. Но тем не менее, все равно же мы люди объективные. Предсказуемо было для тебя это? Я верил в это. Верил. Да, и когда готовился, когда настраивался на бои, я верил до конца. И даже когда утром я проснулся,
У меня в мыслях промелькнуло, что вечером я приду чемпионом мира. Однокомандник Алексея, это Александр Звежков. Привет. Поздравляю тебя, ты тоже стал чемпионом мира. Ты, конечно, помладше Алексея, тебе 15, да, только? И я знаю, что для тебя это тоже было пока на этот момент самая громкая победа. Правильно? Да. Ну, теперь, естественно, пересекался ли ты по ходу этого дня, так сказать, с японцами? И с кем у тебя был финал и как он для тебя прошел? У меня было всего 4 боя. Два из них было с японцами. Два даже. В первом бою была Япония. Ну, естественно, ожидания от японского боя у всех завышены. А послушай, сразу перебью тебя. Вот я вот про японцев все так делаю, акцент делаю. А может быть, это не самые крутые ребята? Вот, нет, спорта. Они как... Это бразильцы в футболе? Как в футболе? Наверное, да. Да, хорошо. Но у наших казахстанцев их, ну, не знаю, как огня боятся. Вот слишком завышенные ожидания от боя. Я как, ну, когда мои сокомандники узнали, что у меня первый бой, я возвращаюсь, что, выиграл? Я говорю, да, выиграл. Они такие, о, все, у них глаза на лоб лезут. А на самом деле ничего особенного от них. Ну, обычные парни, две руки, просто, две ноги. Я вот нечаянно послушал разговор японца и нашей казахстанки, ну, на английском. И их с 2 лет отдают в интернат, каратистки. Так. И все. И для них 10 лет заниматься карате, это, ну, среднячок так. О, это даже так. Да. А ты сколько уже карате занимаешься? 9. Ну, 9. То есть ты тоже, можно сказать, совсем маленьким пришел в этот спорт. Ну, в 6 лет. А скажи, пожалуйста, вот этот чемпионат мира, все-таки японцы, они, вот мы о них много говорим, они в итоге общая команда первое, конечно, место взяли, как сам второй. Вот это второе место. Это отличный результат? Или это, в принципе, уже вот по мировой иерархии, это уже, в принципе, довольно-таки обыденная вещь? Это обыденная вещь. На прошлом турнире мы тоже второе взяли. Наш тренер, и метит всегда на первое, но не получается. А вот эта разница между первым и вторым, вот японцы намного медалей оторвались? Ты не смотрел там вообще медали? У нас 4 золотых из Казахстана, так. А у них 7, да. Либо 6, либо 7. А, ну, в принципе, есть разница. А вот смотри такой момент. Я знаю, что вот и сборная Казахстан там было, по-моему, 60 с чем-то, да, человек выступал? Да. Да. И вот половина там карагандинцы, да, по-моему, были? Да. А вот... Десяток. Ну, очень много. Да. Это, в смысле, говорит о том, что вот если по регионам нашей страны Караганда в лидерах по карате? Она, ну, безусловно, можно сказать и так, наверное. Угу. А кто еще по Казахстану хорошо, вот, ну, не хорошо, культивирует этот вид спорта на достойном уровне, чтобы соперничать с карагандинцами? Астана и Северо-Казахстанская область. А, то есть вот это главные конкуренты, да, в этом плане? А сборную общий тренер был карагандинец? Нет. Нет. Он у нас проводил сборы наряду вместе с президентом организации. Но главный тренер Шихан. Вот тебе 15 в школе, или колледже уже тоже? Я 9 закончил. 9 закончил. Все-таки вот я часто спрашиваю вот у юниоров, потому что я переживаю, как они закончат школу. И в школе идут навстречу, потому что ты постоянно на турнирах, на сборах? Да, безусловно. Ну, школа обычно общеобразовательная, не со спортивным. Лицей, да. Школа-лицей. А в будущем все, понятно, вот мне почему карате, он не олимпийский, к сожалению, вид спорта, хотя слухи уже идут, что к 2020 году, тем более, Олимпиаду будет проводить Япония, родоначальники карате ведут. Ну, это, опять же, все пока на уровне разговоров, но, тем не менее, карате не олимпийский вид спорта, и, соответственно, перспективы. Какую ты видишь себя в будущем? Ну, пока трудно об этом что-нибудь сказать. Пока он не олимпийский вид спорта, я ничего не буду понятно с ним дальше делать. Пока занимаешься и занимаешься. В общем, да? Лучше школа. А тебе вне татами карате когда-нибудь пригождался? Да. В смысле, приходилось обороняться от кого-то? Нет, не в этом смысле. И вот философия карате постоянно развиваться, это очень помогает вообще по жизни. Как говорит наш тренер, если ты чемпион на татами, ты чемпион везде. По жизни. Это, в принципе, я согласен с этим утверждением. У меня все прекрасно в школе, все прекрасно с общением, с друзьями. Это... А, ну то есть это развивает и коммуникабельные такие. Да. Коммуникабельность, респектабельность. Вот Алексей мне сказал, что когда он утром собирался на турнир, на чемпионат мира, так, он уже знал, ну чувствовал, по крайней мере, что станет чемпионом мира. У тебя как было с этим? Ну я тоже метил на чемпионство. Но у меня все-таки были сомнения, но их сразу же выбивали моя родня. В смысле, очень большая поддержка была. Очень большая поддержка. А скажи, пожалуйста, вот все-таки карате, к сожалению, я подчеркиваю, не так, конечно, медийно развит, в смысле, трудно отслеживать своих соперников, в том же футболе, да, ты можешь в любой момент открыть интернет, посмотреть, что там у твоих соперников. Вот этот путь чемпионский твой, ты вот этих людей, парней, с кем ты там сражался, ты знал их до этого? Я знал, да. Одно, у меня был полуфинал с казахстанцем, самый трудный. А, ну это казахстанец, потому что ты с ним, как можно сказать, рядышком здесь. Да. А вот те два японца, ты их впервые в глаза видел? Я впервые в глаза. То есть ты не знал их уровень до этого, да, и как бы трудно, да, вот так работать, разбирать, да, соперника до поединка. Ну да,
проблематично. А во взрослом, наверное, попроще в этом плане? Во взрослом их как более на всякие мероприятия приглашают, поэтому они легче узнаваемые. Угу. А скажи, пожалуйста, вот такой большой кубок гигантский. Специально дома место для этого уже где-нибудь приготовили эти родители для него? Ну, у меня есть специальная копка для полка для всех кубков. И сколько там уже их? Понятно, сейчас трудно посчитать навскидку. Ну, штук 8-9 уже есть, нормально. Есть, безусловно, самые ценные. Это самые ценные, да. То, что в Караганде прошел чемпионат мира, как-то помогает? Вот все-таки многие, есть такое избитое выражение, там, родные дома и стены помогают. Это правда? Ну, или, в принципе, мне без разницы без вообще, где биться. Но Алексей кивает, мне кажется, ему это помогло. Наверное, сидела группа поддержки на трибунах. За тебя поболеть приходили близкие, родные? Очень, очень много людей приходило за меня болеть. Я знаю, что он в центре бокса Сапиева, имени Серика Сапиева прошел. Полный зал был? Полный. То есть это люди, которые, это родня, близкие, которые занимаются этим видом спорта. Из России тоже люди приезжали поболеть. А, за своих парней. Там, наверное, из ближайших городов, Барнаул, да, у тебя был соперник. А скажи, пожалуйста, карате – прибыльный вид спорта? Вот ты в будущем, вы наверняка узнавали. Вот можно ли на этом в будущем зарабатывать? Ну, если ты главный тренер, то… Думаю, если только ты тренер. А вот если спортсмен? Спортсмены сейчас не зарабатывают. Ну, только, как Леша сказал, только взрослым. То есть я, знаете, к чему веду? И существуют ли у них какие-то коммерческие турниры, где можно там призовой фонд там выиграть, там, или, не знаю, получать зарплату? Вот, ну, Леша мне, да, действительно сказал в начале, до передачи, что если попадаешь в сборную Казахстана, то тебе платят зарплату там. А так? Так. Как вроде в боксе, как в профессиональном боксе, к примеру. На данный момент нет. Предполагаю, что многие сейчас, кто смотрит нашу программу, у которых маленькие дети, сразу вопрос задам. Со скольки лет можно детей отводить к вам в секцию? С 3 лет и старше. Вот мне всегда было интересно. Вот он в 3 года, еще такой неокрепший, прежде всего, морально человечек. И что он в 3 года делает на татами? Ну, вообще, для начала мы с такими вот малышами, я сам работаю с такими. Вот, мы для начала их просто укрепляем связки, укрепляем мышцы, вот, чтобы они были ОФП, такие, да, крепкие. Такое, да, да, да. Вот, затем уже дальше работаем над техникой, над постановкой удара и так далее. А в 3 года им интересно это? Вот. Ну, там нужно в более игровой манере. Mm-hmm. Там, поиграться, чуть-чуть побаловаться, потом так, позаниматься. А в карате никогда не поздно начать заняться? Да нет, у нас нет есть такого. Яркий пример этому. Вот наш один из карагандистских тренеров, Гриневецкий Владимир. Да, знаем такого. Вот, вот он начал заниматься где-то с 30 лет примерно. Вот, и достиг очень хороших результатов. Действительно. Подавляющее большинство членов сборной Казахстана — это карагандинцы. И вот наверняка вы в зале видите действительно такой. Есть ли ажиотаж в зале? Много ли приходит новых, так сказать, спортсменов в зал? Или все-таки уже сформировался такой определенный костяк, и вот одни и те же и ходят? Ну, новенькие все равно всегда бывают, но у нас, конкретно в нашем зале, где вот я с Лешей тренируюсь, уже новеньких не часто. То есть уже как-то костяк такой сформировался? Да. А вот смотри, вот я у Алексея спрашивал, ты наверняка просто тоже знаешь, что вот с 3 лет можно детей водить. Вообще это платно заниматься карате? Да, платно. Ну, понятно, что нужно оплачивать. Ну, есть льготы там для многодет, все дела. Понятно. Ну, собственно, ребят, я поздравляю вас. Действительно, это очень круто, это очень здорово. Вот такие кубки, чтобы почаще были. И я знаю, у вас у обоих наверняка есть цель уже такие же привозить уже со взрослых турниров. И я сразу, так сказать, такой, знаете, условный контракт с вами, что как вы побеждаете на взрослом турнире, эксклюзивное интервью на нашем проекте. Договорились? Все, спасибо, был рад. Двигай направление спорта, свой разум сегодня в новостях. Мы вам покажем последние события минувших дней. Отбросьте дела и погружайтесь поскорей. Интересные факты, победы и поражения. Будь в курсе спортивных достижений. Сюжеты на любые виды состязаний. На арене вместе с Виталием Несипаевым.